Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем занятия по фитнесу. И сегодня у нас будет упражнение, которое вы также можете применять по утрам и вечерам в своих фитнес-тренировках. А также это упражнение возможно у вас на работе перед обеденным перерывом. Упор на руках называется это упражнение. Вот оно. И это упражнение очень эффективное. И мы начинаем. Первое раз упражнение. Мы сгибаем руки. 5 секунд удерживаем тело в этом положении. И затем руки выпрямляем. Ставим ноги на ширину плеч. Сгибаем туловище и головой. Заводим голову за линию рук. Пятками стремимся вниз. При этом живот, спину стараемся расслабить. 15 секунд достаточно, и мы выпрямляемся. Затем, поворачивая стопы, мы левую руку приподнимаем и выпрямляем ее вертикально вверх, смотрим на нее. 10 секунд, 15 секунд в этом положении, дышим. И затем опускаем руку. То же самое мы делаем в противоположную сторону. Те же 10-15 секунд удерживаем тело. Снова возвращаемся, упор лежа. Снова делаем полуотжимание уже в широком положении наших рук. И выпрямляемся. Следующее положение. Мы приподнимаем каждую ногу отдельно. Левую ногу приподняв 10 секунд. Опускаем. Правую ногу те же самые 10 секунд. И завершаем это упражнение. Делая это упражнение ежедневно, прибавляя по 5 секунд к нему, доведите каждое положение в этом упражнении до 30 секунд. И это будет хорошей тренировкой и разнообразием в вашей фитнес-программе. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.